Друзья, здравствуйте! Сегодня хотелось бы поговорить о таком моменте, который часто присутствует в нашей жизни. Это смена своего мнения или смена своей точки зрения. Да, такое тоже бывает. Натолкнула меня на мысль недавняя дискуссия среди ребят моего поколения, моих хороших знакомых, о том, что вот какая конфессия или какая религия там покруче будет, вот где там правильно, где неправильно, где нужный Бог, где ненужный Бог. Ой, такой вот спор. А я смотрю на ребят и думаю: господи, вы же все были в свое время там кто пионером, кто комсомольцем, кто вообще кандидатом в члены КПСС, да уж. Хотя жизнь меняется, мнения меняются. Сейчас вам коммуняк ты из церкви не выгонишь, постоянно там тусуется. Но не в этом суть. Потом подумал: ну а что, не суди, да не судим будешь. Поверьте уж, как бы, стареющему мужчине, и меня-то есть за что судить. Вот, тоже менял свои точки зрения, свое мнение в силу каких-то полученных, не знаю, знаний, жизненных обстоятельств. Компетенций, вот еще модное словечко, уж не отказал себе в удовольствии. Поэтому, наверное, это нормально. Это нормально менять свое мнение, если ты меняешь свое неправильное мнение на более правильное, на более верное. Главное, наверное, не изменить своему основному принципу. Это поиску гармонии во всем, со всеми. Ну, а посвятить ребятам, которые в силу каких-то обстоятельств меняли свою точку зрения или свое мнение, я хочу песню группы «Аквариум Сокол». Если долго плакать возле мутных стекол, высоко в небе появится сокол, появится сокол, высоко над тучей. В это время важно не упустить случай, увидеть его крылья, увидеть его перья, и вдруг удивиться: а кто это теперь я? Почему внизу туча, а надо мной ясно? Видимо, я плакал совсем не напрасно. Видимо, вот оно, пришло мое время, а внизу медленно придет мое племя. А мне лететь выше, а мне лететь в солнце, и все-таки вспомнить, что внизу в оконце с мутными стеклами, которые бьются, милые мои. Сгореть и вернуться. Спасибо.